Привет, друзья, подписчики, просто зрители. Доброе утро всем. Приехали мы сегодня на рыбалку. Льдина зацепилась, да? Я думаю, там за рыбу, все же снимем. Пришвастиной морской. Ну, сейчас он ее упустит. Опа-на. Ну все, давай тогда рыбу, ну что надо. Она нафига тебя не... Какой зверюга! Завалил? Нет, все дура. Красивая желтенькая. О, слабенькая. Скрипит. Вообще сегодня никак, вот вчера ловили. Позавчера? Да. И вчера тоже ничего не было. Вчера тоже не было. Только в аквариум. Чувствуете, да? Ну, поливал ваш махалку потащил. Эх, это я, да? Такая подсечь надо было сильнее вовремя. Ты сразу за фотоаппарат берешь. А вошел потом сразу тебе раз вот в рыбинспекцию вон туда. И сдал. Такими на рыбалку. Льдину тоже захотел сфотографировать. Ну, я думал, там где-то имень влетел. А ловит потихоньку. Сколько только отдать? А у него хвост. Два. Уголы хрустает. Два штуки влетело. Ой, не в яблоко. Конь в яблоко. Ты его накрыл, походу. О, красавец. Вот это все на хопку такое. А вон там у нас рыбинспекция. Вон она. Прямо напротив рыбачимся. Гоняра. Хороший гоняра. Открывай хапуху. Рыбы нет. Одни коньки. Побольше бы коньков можно и снизить. Можно такие, ну. Ух, ёлки-па! Да! Крупняк допирает, у него такие проскакивают. У меня случайно. 55-ка, а у тебя, наверное, 40-ка, блин. А, да, это старая, наверное. Вон те 55-ки. Здесь, наверное, даже 35-ка у тебя. Нет, тут 35, нет, 40-ка, наверное. Конечно, такую дичь мы не ловим. Не, ну такую-то мы, блядь, отпустим. Давай, пускай. Ух, какой, не хочет убегать. Я убежал. Вот хапушку он подтягивается сверху. Ноги можно из нее вытащить. Я только скинул, блин. Ага. Ну ладно. Опускаем до дна. И на дне она там раскрывается и ловит рыбов. Типа. Какие наши. Солнышко входит еще только. Там вот вода. Камера. Она будет подниматься в цветок. Наш Амурск. Накатано. Да. Там еще пока некого снимать в лунке. О, счастье рыбацкое привалило. Я бы посмотрел, как он будет их выпутывать. Ну так, мучится выпутывать. Я их даже не буду запускать.
варенику, блядь. Качак-то. Крепуны, блядь. Крупный еще, нихуя. Ну, не, я больше одну поймал. Больше его? Больше. Есть какие-то вообще крупные попадают. Красные вот такие. Плавники у них. Это. Не очень. Нифига. Да, плавники цепляются. Да, тут же там, пила, блядь. Там еще зазубрено на ней, да? Да? Ножовка ебаная. Серьезно, рыбка. Ну это ты мало-мало что-то. Мало, в прошлый раз больше было. Да я видал, по 30 штук бывает зацепки. Ага. Вот сука. Да. Это клюет. Ладно, разбирай. А у меня нифига не клюет. Пойду к Саньку погляжу. Зашуршал амур. Санек, я бегу. Ух, вот об этом я и говорил, ребята. Ребята, вот это называется петля для рыбака. Ништяк, ништяк. Кадр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Короче, много. Давай. Ты ее сложи, да, чтобы видно было. Готово? Да-да-да, счастье привалило, развел, да? Боже. Ну что, геморройно выбирай? Да. Не, нормально. Ой, это выскочило. Это не мягко. Это не мягко. О, вас тут клеило уже. А? Нет, смотри, а дыба вас уплыла. Опять косаточки. Красавица. Фух, красище! Запускай, конечно, зачем такой малёк совсем? Нял? Нял, кидай. Поплыл. Ну, это хороший, по три даже. Одного, блядь, отпустить надо. Ну да. Пельменю мы его не дадим. Пельменю карасями, парень, идёт в бань. Ну да, блядь. Тебя касатки жрёт, нахуй. Хотел убежать. Молодец! О, редкая рыба амура. Чухонь называется. Ну я вот такого выпустил, блядь. Нет, ты меньше, я сейчас меньше выпустил. Меньше был. Я говорю, выпустил. Такого. Ну не трогай, не трогай, не твоя рыба. Вот так клюнул хорошо, блядь. Зайчиёха. А, ну вот вообще нормальный карасюха такой. Говоришь, что больше, чем у Васи. Да в разы вообще. Карасишка. Ну это уже ничего такой. Недобный. Это вообще специально. Амурский карасик. Вахва. А, конёк Валентину. Карасюк маленький. Да, Вальку, да, просил. Сильно. Но. Сколько я тут у чьянов на пушке? Тридцатка? Тридцатка? Тридцатка. А? На него широков сейчас нет. Загняра. А! Гучу, гуч. Вот. Наш. Амурский. Черными пятнышками. Ава! Эй, блин! В крови вся. Задуши его, ты ее бедный. Щеренок, щипачок.
можно домой ехать.